Пикировка петуний. Добываем наши подросшие сеянцы, которые достигли уже возраста 20-30 дней. Они имеют 3-4 настоящих листика и аккуратненько разделяем их. Аккуратно, для того, чтобы не повредить очень нежные корни у петунии в этом возрасте. Поэтому делим. Поделили. Теперь можно пальцем, можно и приспособлением для пикировки, таким конусом, чтобы нам легче было. Дальше, вот так как присутствует торф, корень довольно-таки, мочалочка хорошая. И обязательно вдавливаем, хорошо прижимаем. То есть углубление опускаем и прижимаем. И так дальше. Процесс несложный. Просто все действия надо делать очень аккуратно. Если где-то наши корешочки даже немножечко подвернутся, то потом при поливе, вот тут маленький корешочек, при поливе все это исправится, расправится. Поливаем. Сильно переполивать не нужно, стараемся аккуратненько по краю, то есть не спеша, но грунт должен, если он сухой, должен промокнуть, если он не сухой, то лучше его вот именно упрессовать и просто капнуть водички. Если наша петунька упала, мы ее поднимаем, подравниваем, уплотняем, можно подсыпать сухой грунта. Но это не обязательно. И дальше наши петунии отправляются в светлое, но не слишком яркое место. Ну, в принципе, под лампами, под искусственным светом можно и под яркими лампами. Обязательно, чтобы корешочки были в тепле. Тогда они в минимальный срок примутся и порадуют нас хорошим ростом.